ГУР опублікувало нове перехоплення. В розмові окупант з Донецького напрямку скаржиться. Другу він на командування. Російський військовий нарікає на їх ставлення до особового складу, як до розхідного матеріалу, так критикує кадрові перестановки в підрозділі. А також жаліється на поповнення втрат за рахунок мобілізованих. Ну, как мясо, я понял. Как, отношения как мясо. Они, по-моему, ничем не отличались в этом отношении. Ну да, сейчас они решили закидать телами все подряд. Чуть ли не вагнеровцев сделали, В принципе, я понимал, что до февраля они пытаются полностью размандячить всю пехоту нашу. Нашу же. Ну, правильно, они начинают распихивать непонятно куда, но непонятно где. То есть, это, ну, было слаженное подразделение, хотя бы то, что осталось от него, да. А сейчас, получается, вообще, да, и побежали непонятно куда. Взяли, размолотили слаженные. Вот, в принципе, то, что они и занимались. Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые хотя бы были хоть чуть-чуть наслажены. Взяли, порвали. Ну, в принципе, я уже ни к чему не удивляюсь.